Первое, наверное, хотелось бы всех поздравить с началом очередного чемпионата. Хорошо, что он стартовал, несмотря на такую ситуацию. Вот. А что касается игры, то мы плохо вошли в игру, пропустили два быстрых гола. Потом вроде поняли, что мы можем играть на равных со СКА «Нефтяником». Даже повели в первом тайме. Вот. И во втором тайме вышли и забили еще один гол. Ну а в целом по второму тайму мы намного хуже стали двигаться, плохо стали отбирать мячи. А в чем причина? Ну, сложно сказать, чем это произошло. Будем анализировать, думать, что и как. Вот. Но в целом, повторюсь, что говорю, если сравнивать с первым таймом, у нас движение было очень слабое. И СКА «Нефтяник» за счет индивидуального мастерства, где-то за счет исполнения, забили нам вот эти голы. Могли забить и больше. Вот. Будем разбираться. Сезон только стартовал. Как-то так. Ну, отпечаток, конечно, это отсутствие игровой практики, да. Во-вторых, наш состав, да, все, если мы посмотрим заявочный лист, все это, этим все будет сказано. Что порадовало, наверное, то, что ребята смогли достать из себя вот эти силы внутренние, которые нам позволили доиграть матч и выиграть его. Вот это порадовало. Все остальное, конечно, я говорю, те ошибки, которые произошли в первом тайме, это прежде всего отсутствие игровой практики. И что получилось так, что те ребята, которые выходили на замену, ну им объективно тяжело еще играть в суперлиге. Ну, не в суперлиге, а на таком уровне, можно так сказать. Конечно, у них это все придет. И я очень рад вот за нашего молодого, который сегодня отметился практически победным голом, да, молодец. И у них все впереди, будем работать. Я говорю, с играми, через игры все наберут. Ну, сейчас главный вопрос, который наверняка болельщиков волнует, впереди матч с московским «Динамо». Угу. В каком составе они должны быть? Ну, мы, слава богу, что вот мы в этом раз набрали, да, состав. Это уже хорошо. Что будет завтра, ну, посмотрим. Ну, мы, конечно, надеемся, что наши ребята выйдут, но мы же понимаем, в каком состоянии. Месяц не тренируются. Месяц, представляете? О чем говорить-то? Это как после отпуска, и сразу же под танк их бросить. Конечно. Есть ли вероятность того, что кто-то за это время успеет к этому матчу встроиться? Мы надеемся, но даже, я говорю, даже если они, у них будут отрицательные эти тесты, да, но мы же понимаем, что, я говорю, в каком они состоянии будут. Тем более мы не знаем последствий этой болезни. Да, как, там легкие, вот мы с ребятами, те, которые переболели, вот вновь прибывшие Мишка, Женька и Макс, мы с ними разговаривали, они приехали из Казани. Там они болели. Они пытались, то есть, когда мы играли в Ульяновске, они говорят, мы выплюнуть в легкие хотели. Ну, а те, которые ребята сейчас у нас переболели ковидом, они же не, то есть, тоже люди, те же самые, правильно? Поэтому как это будет? И помимо мышц, непонятно, как кажется, это все температура на мышцах, правильно? Вот у Алексея Таргонского сегодня по ходу матча. Ну, вы видели, да, он задыхался. Он просто задыхался, ему тяжело, он голова кружится, как ему, понятно. Но он тоже месяц ничего не делал, правильно? Поэтому, ну, надо через это пройти и перейдем. Слава богу, что мы сегодня выиграли. А что будет с московским «Динамо»? Ну, посмотрим.